Приветствую всех на нашем четверговом стриме. Опа. Дедушкин армейский рюкзак. Случайно его нашла. А на водителя можно также приблизить? Ой, как красиво, чатик, как красиво. Ты что, типа курить нельзя? Ни трубки, ни сигары? Но мы не будем курить, не будем курить. Кирешка, ты хотел бы побывать в таком замечательном живописном месте? Но я тебя плохо вижу, а я потому что часть игры сегодня, я часть игры, Кирешка. Я растворяюсь в ней, я погружаюсь в игру. Сегодня я растворилась в игре, понимаешь, Кирешечка? Все хорошо. Начинаются страшные звуки. А мы все еще думаем про дедушкин армейский рюкзак. А, надо было Е нажать все это время. Если игра милая, то тебе не надо растворяться. Я сомневаюсь, что игра милая, Кириешечка. Ты и так милая. Спасибо большое, Кириешечка. Мне очень приятно. Мне очень приятно, что ты не покидаешь меня. На этой прекрасной, пускай и мрачной игре. Все остальные, видимо, испугались и решили не приходить. Сказали, о нет, эта игра слишком страшная для нас. Мы боимся. А мы с тобой не боимся, Кириешечка, да ведь? Такие мы с тобой молодцы. Что за звуки? Это что? Это кто? А, так я... А что у меня камера так сделала, как будто это прям... А что, тот типа... А что? Меня... Я сам стал соломенным человеком! Я соломенный человек! Солома мстит мне за то, что я ее поджигала! Не мсти! Я не научился колоть! Посмотрим, что в округе есть. Бля. Вау. Киллер, привет. Добро пожаловать на стрим. Ты принес свет на наш стрим. Спасибо, что пришел. Че, страшно, да? У нас еще тут ничего не было. Практически. Мы только мертвого деда нашли, и все. Не волнуйтесь, сгоревшая стена со временем устанавливается. Да, я, короче, я к ночи готовлюсь, я не хочу, чтобы оно... Ой-ой-ой. Так, а вот этого я не хотела. Ля, я, кажется, понял, как дед-то сгорел. Он такой же дурачок был, как я. Иди. Ой, сюда бы какую-нибудь Машку насеновал. Ух. Я и здесь все поджечь могу. Подожди, давай сначала пробуем открыть. Опа. Вот это чё. Ключ сломался. Ну, не очень круто, конечно, чувак. Ну чушь. Все, понял, ключ сломался. Давай все заберем и подожжем здесь всё. Ты только кофе берешь, бутылки тебе не нужны, а садиться на что будешь? Нет, дверка не закрывайся. Не-не-не-не. Я вот сейчас тут... Оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Она, по-моему, хочет самолетик пустить. Девчуль, давай, я поймаю. Здравствуй, девочка. Какие у тебя милые козочки. Ля! Так. Что девочка пустила? Куда это летит? Церковь? На всякий случай осуждаем. Опа! Чертовщина началась. Перекрещиваться не будем. О, ты у меня на превьюшке стоишь. Смотрите, блин, а мне нравится стилистика рисунка. Осуждаю. Ой-ой-ой. Снова ты? Снова я. Спасибо, что помог мне сюда попасть. Не так давно я научил троянцев похожему трюку.
Дьявола впустила. Его зовут Иеремия. Боже мой, как это мило. Его зовут Иеремия. Чатик, кто будет Иеремией? Тебе не пришло мое письмо? А, так это ты мне писал. Я думала, там девушка какая-то в деревне красивая меня ждет, Иеремия. Это ты, оказывается. Ну что такое? Я-то ехал сюда с такими надеждами. Сеновал уже подходящий нашел. А это ты. Так, ночь. Я выключаю свет. Все. Ночь, чатик. Ой, сохранение. Игра, ты что меня решила сохранить? Что такое? Почему ты меня здесь сохраняешь? Блин, как будто в Майнкрафте кто-то лицо коровы пытался построить. Так. У меня еще нет оружия, игра. Может, не надо? Опа! А вот и оружие! Зачем колоть? А, вот, бабай ходит. Все, я вижу, все, я не боюсь. Когда видишь противника, не так страшно. Лучшая защита — это нападение! Хоть в попку вилкой! И чё? Как колоть-то? Иногда вы пугаетесь. Страх может вас замедлить или даже парализовать. Я ничего не боюсь. Ничего не боюсь. Я домой пошел к деду. А чё у нас дверь открыта? Вы чё, цыгане, что ли? Алло? Закрывай, конечно. Закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай, закрывай. И ставни, я ж все ставни, там она открывала. Где ставни? Я хочу все закрыть. Я хочу все закрыть. Уходи. Блять, ставни с другой стороны закрываются. Спать, 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 спать. Да, Таша, дедушка говорил, что картина здесь не только для украшения. В смысле? Деды весьма специфические. Верк Хехель. Мой дедушка клал его на грудь перед... А, ну, деда такой милый. Тут даже дырочка есть, чтобы дышать. Ля, это шо? Это... Бабай! Опять этот. Ничего еще не потеряно, друзья мои. Выход ей всегда найдется, не так ли? Так. Это что, дедушка мой продал душу дьяволу, чтобы победить гунов? Ой. Это что, это глава деда? А, козочки. Козочка, белоснежная козочка. Нет, белоснежная козочка. О, посмотрите, рисунки. Я не помню, такие были рисунки. По-моему, другие теперь. Да, другие рисунки, сто пудов. Кто это? Любимая коза капрала Вольтера. Ты должен отнести ее голову Вольтеру. Он расскажет тебе больше, если захочет. Кто такой капрал Вольтер? Друг мой и твоего деда. Мы воевали. А, это который спал... Это который спал с козой. Он реально ее любил. Чатик, во всех смыслах, наверное. Жесть. Как же я ему голову-то отнесу, он же так расстроится, чатик. Давай курить. Думаешь? Так. Это кофе, это спички. С трубкой. Кури. А где девочка? Подожди, я хочу на нее покурить. Ой, это Айспик Лодги. Да, там такой чувачок нарисован маленький. Сейчас красавицей станет. Мы смотрели это. Мы смотрели, смотрели, все. Катаются. Да всем нравится на санях кататься. Что ты рассказываешь? Все любят санки. Мед и сон. Блин, меня немножко напрягает эта писюлька у меня во рту. О, это погрузчик или это качелька? Это качель! А, это этот фуникулер! А он меня выдержит? Вот сейчас бы закурить! А ты чего? А, это ты мне фарами мигаешь. Да ты ж моя хорошая. Ты ждала, пока я ключик найду, да? Да. Ты знала, где он лежит, да? Ах, ты моя хорошая. Ну, поехали кататься. И ты со мной. Автозапуск. Она жила. Это вот это. Держись крепче. Дорога неровная. Ой, ты радио хочешь послушать? Ну,
А как машину зажигать, знаешь? Я вот знаю. Слушай, как к твоему бате проехать, а? Подскажи, пожалуйста. Тоже демон, походу. Ну что, открываем эту прекрасную? Если вы забыли, где припарковались, воспользуйтесь. Блин! Я не хочу сюда! Ну нафиг, пойдем, дорогая. Поехали отсюда. Я не хочу этот домик скрывать. Заводи машину. Ну нафиг. Нет, поехали дальше по дороге. Прекрасно, поехали дальше. Все хорошо. Нет, я туда не хочу. Не хочу. Наш последний ключик. Блин, он ссыкует чатик. Нет спичек. Да что ж ты за лох-то такой, всегда, когда надо, нет спичек. Не бойся. Масочка, возьми масочку, не паникуй! Чё, ты чё руку достал? Ты чё? Нет! Как? Вилка! Блядь, чего? Я не боюсь тебя! Кали сена! Кали сена! Я не боюсь тебя! Кимен глаз шестый, Господь воцарися в лепо твое влечеся.